Давай посмотрим, что получилось. Ну вот, мелковато, просто потому что даже не развернулось до Full HD размера. Может быть, ниже есть? Нет, это единственное. Угу. Ну давай тогда посмотрим, как есть. Значит, Ксения, смотри, какие есть моменты. В целом, ну, создается впечатление тяжелое достаточно, да? Ну, понятно, что фотография темная, и от нее очень много зависит. Вообще всегда все зависит от фотографии. Поэтому нужно подбирать визуал очень осторожно. Но мы сейчас к этому вернемся. По структуре в целом стал лучше, чем на текущем сайте. По крайней мере, появились якоря, есть доминанта основная. Но вот если бы она была немного чуть более яркой или выделена, или отделена от фона, или вынесена иначе, или просто сама фотография была бы построена грамотно, композиционно, это не к себе претензия, а к самой фотографии. Но, в принципе, ты выбираешь фотографию самостоятельно, поэтому здесь нужно учитывать этот момент, что на фотографии должна быть доминанта. Композиционно она построена правильно, по правилу третей. То есть у нас есть, если поделить экран по горизонтали на три части, по вертикали на три части, то в пересечениях должны быть главные якоря. Такие фотографии более динамичные и интересные. В целом здесь это правило соблюдается. То есть здесь вот сам гироскутер находится на пересечении. Вот, то есть это последняя треть получается, да? То есть вот здесь, вот на этом пересечении находится у нас... А что я на самом деле могу нарисовать? Что-то совсем забыл я про свой любимый инструмент. То есть вот если поделить вот так вот на третье, ну, примерно, да, понимаем, что у меня рука дрогнула вот в этой части, это далеко не треть, но вот здесь у нас на пересечении находится наша доминанта. И это очень хорошо, то есть фотография в плане композиции правильно, но в плане эмоций не очень, потому что здесь нужно более яркую эмоциональную фотографию. То есть и в целом визуал, если мы хотим подчеркнуть VIP-статус, да, то есть какую-то особенность такую, ну, отпозиционировать на целевую аудиторию, которая покупает дорогие вещи, то да, можно использовать черные цвета, это интересно. Но здесь недостаточно цвета для акцентов. Вот, допустим, синий цвет можно было сделать ярче, да, например. Фотографию выбрать просто гироскутер, можно даже не в процессе использования, да, а просто гироскутер. И там темный фон. Сделать яркий акцент с помощью синего цвета. Ну, например, можно было бы выделить вот так вот изображение кружочек сделать. Или сделать часть круга, да, на первом экране, сделать его обрезанным. Например, вот так. Здесь расположить гироскутер. Эту часть сделать яркой, например, ярко-синего цвета, ярче, чем сейчас, да, то есть сделать его посветлее. И тогда в этом случае было бы больше эффекта, да, то есть мы бы акцент сделали на сам гироскутер, на товар. Правило, кто говорит 8, кто говорит 15 секунд, 10 секунд, 4 секунд. Есть разные исследования, поэтому все сводятся в одном, что в среднем в течение 10 секунд человек принимает решение. Остаться ли ему на сайте или нет. Вот здесь, допустим, на этом сайте слишком рассеивается внимание. И поэтому необходимо внимание это сосредоточить. Наша с вами задача, как дизайнеров, это управлять вниманием пользователя. То есть мы как бы выполняем с вами такую техническую сторону вопроса. Техническую в каком плане? Есть менеджмент, есть маркетинг. Маркетинг позволяет нам выстроить правильно, построить предложение для того, чтобы продать этот товар. Мы же, как дизайнеры, должны сделать все, чтобы помочь этому маркетинговому предложению дойти до пользователя, то есть достичь своей цели. И вот здесь вот достигается это с трудом, потому что здесь очень много всяких элементов, которые отвлекают на себя внимание. Например, вот это меню. Зачем оно вообще нужно? Можно было убрать его вот сюда. Или если так важно нам показать, что у нас есть вот эти все товары, почему бы не построить как стандартный, типичный интернет-магазин с каталогом. Да? То есть можно было бы это сделать, не делая это всю ширину сайта, потому что, допустим, если я вот сделаю вот так, то внимание рассеивается, потому что человек достаточно близко к монитору и приходится там вот
головой вертеть в разные стороны для того, чтобы отсюда дойти до сюда. И такие сайты имеют право на существование, на жизнь, если на них правильно расставлены акценты и подобран доминант. И, естественно, иерархия соблюдена. Здесь иерархии нет. Вот это вот все сваливается в кучу. Поэтому вот здесь этого нет, да, то есть здесь больше доминант. Но, тем не менее, у нас здесь с вами пропали категории. Хотя категории тоже важны. То есть у нас же есть что? Ой, не туда. Есть гироскутеры, электросамокаты, электроскутеры, мини-сегвеи и так далее. То есть их здесь 7 позиций, и полностью от них отказываться не стоит. То есть можно было бы построить каким образом? Вот, допустим, наш сайт. Мы хотим сделать красивость. Так, сейчас. Да что ж ты будешь делать? Вот так сделаю. Вот. Хотим сделать красиво, да? Это замечательно, правильно. То есть освободили много пространства, контрпространства или воздуха. Это хорошо. То есть здесь у нас прям вот все задышало. Легче стало воспринимать информацию. Но вот в плане функциональности пострадало. То есть можно было бы сделать как? Вот это вот все спрятать в бургер, а здесь вывести категории. Или их 7, достаточно много. Такая схема вряд ли подойдет. Можно было бы организовать категории здесь отдельно. Потому что наша самая главная задача – это продать. Поэтому, когда человек видит категории товаров, у него возникает желание посмотреть, что там. Ну, то есть мы сразу имеем представление, как пользователи, как покупатели, о том, что у нас на сайте представлено, да? Что здесь не только гироскутеры есть, но и что-то еще. А здесь получился такой промо-сайт. Для промо-сайта нормальный стандарт, да? А вот для интернет-магазина нет. То есть здесь нам необходимо бы показать, вот, что вообще здесь продаем. Поэтому вот этого здесь не хватает. Это в плане структуры. В плане визуала здесь уже дал рекомендацию. Если используем темный, я еще раз подчеркну, можно сделать окружность или часть окружности, или какую-то другую форму. Но здесь гироскутер про безопасность, поэтому важна круглая форма, чтобы покупателю было комфортно. Круг достаточно безопасная форма, не имеет острых углов, поэтому в этом плане, конечно, с геометрией нужно быть тоже осторожным и нужно с умом подходить к вопросу. Не просто там нашвырял что-то красивости, да, а сделал это обоснованно. Вот. И здесь использовать можно темный цвет. Ну, не прям вот черный, да, а можно было бы, допустим, и синий-черный, очень темно-синий цвет, допустим. Это как предложение. Но, опять же, можно и на черном, в принципе, остановиться. Если мы хотим подчеркнуть статусность товара, если у нас какие-нибудь там дорогие, дешевые модели. По поводу выклички текста. У нас есть формат, прямоугольник. Текст находится слева. И ему напрашивается левый флаг. То есть выровнять текст по левому флагу. Будет легче читать. Есть такое понятие, как расческа. Вот она, да? То есть когда у нас одна строка длиннее, другая короче, это нормально для текста. И, допустим, выравнивать чисто по ширине, это вот... Ну, такой грех для дизайнера. Делать этого не стоит. Сейчас, правда, появилась технология в верстке переноса слов. И тогда в этом случае уже легче, да? Но, тем не менее, я бы не стал употреблять этим просто потому, что перенос слов имеет свои ограничения. Допустим, нельзя там переносить больше 5... Делать, организовывать больше 4 переносов там, в строке. Ну, в абзаце. А в верстке мы этого контролировать не сможем, потому что... Вот эти вот все моменты учитываются в печати. Так как текстом мы оперируем как человечество, как вид достаточно давно, ну, относительно нас, по крайней мере, да, то есть уже есть сложившаяся практика, есть сложившиеся правила использования текста. Называется это наука типографикой, и есть достаточно много материалов по этому вопросу, можно это почитать, как организована типографика в печатных изданиях. Но вот в плане динамичного текста, а у нас веб-дизайн – это динамичный дизайн. Почему я называю динамичным? Потому что у нас нет статичных форматов. То есть есть у нас набор экранов, на которых наш сайт должен отображаться адекватно. Если мы, как дизайнеры, хорошие дизайнеры, то мы делаем верстку адаптивной. Соответственно, ну, у нас будет под разный экран подстраиваться контент. И здесь я отвлекся, да, немножко по поводу выравнивания по ширине. По поводу переносов, возвращаясь к нашей расческе, если у нас она с двух сторон, очень тяжело читать. То есть смотрите, как я это делаю. Мой взгляд мечется от этой точки, потом вот сюда, потом вот сюда, потом вот сюда.
Для того, чтобы избежать этого, для того, чтобы не утомлять нашего пользователя, надо сделать вот так. Выключка по левому краю. Когда мы можем использовать выключку по центру, по центральному флагу? Когда у нас текст занимает центральную позицию. Например, на фоне у нас видео со скутерами, с гироскутерами, где там народ разъезжает, весь такой довольный, счастливый, тоже как маркетинговый ход неплохо. Мы как бы представляем, как мы этим пользуемся, как мы счастливы вообще до невозможности. Хотя на самом деле нет. Вот. То есть, и тогда в этом случае вполне текст можно поместить по центру. Но в данном случае у нас текст находится слева, и здесь левый флаг. Сразу предупреждаю вопрос, а можно ли по правому флагу выравнивать текст? Я не сторонник этого, потому что мы читаем слева направо, и когда у нас расческа расположена вот так, читать становится невозможным. Хотя некоторые прогрессивные дизайнеры, которые делают хороший дизайн, которые знают об этом правиле и осознанно нарушают его, могут использовать этот прием. Но я бы не советовал, с ним нужно быть крайне осторожным. Поэтому, если наш контент расположен по центру, то используем центральный флаг. Если по левому краю, как здесь, то левый. Выравниваем по левому флагу, вот так. Дальше. Текст вот это вот плохо читается. Может быть, это в силу того, что просто разрешение недостаточно. Если бы мы растянули там контент до конца, можно было бы увидеть текст целиком. Ну, там, хорошо, да, то есть... Сейчас я вижу там какими-то отрывками, урывками. Вот этот текст вообще не читается, потому что контрастность недостаточная. И часть логотипа тоже не читается. Я понимаю, что здесь написано «Gear-like», но не более. То есть чисто вот оценить визуально я не могу. То есть я догадываюсь. Вот этот вот момент хорошо. То есть это улучшает юзабилити, то есть удобство использования нашим ресурсом, когда мы можем подсказать нашему пользователю, что вот там внизу что-то есть. Хотя скроллить для нас становится... рефлексом. Мы даже его не контролируем. Попали на сайт, сразу скроллим туда-сюда, туда-сюда. Вверх-вниз можем там поскроллить. Для того, чтобы понять, там есть что-то внизу или нет. Но не все пользователи продвинуты, поэтому да, вот этот прием хорош. Так. То есть повышаем контрастность вот этого текста. Насчет размеров ничего не скажу, просто потому что надо там или 1366 размер сделать, самый распространенный, это 1366 по горизонтали, это ноутбуки, разрешение ноутбуков. Но я всегда обычно делаю как дизайнер под 1920 пикселей, потому что 1920 подстроить под меньшее разрешение можно. Но часто бывает так, что меньшее разрешение под Full HD подстроить сложнее, а то и вообще невозможно. Если у нас некоторые картинки обрезаются, если есть некоторые специфические иллюстрации и так далее. Поэтому здесь вот в этом плане рекомендую использовать Full HD. Но здесь уже как бы это лично мое такое мнение, имхо. Так, по первому экрану... А, да, по поводу подбора шрифтов. Шрифт, он достаточно статичный. Да? То есть все вот эти вытянутые по вертикали шрифты, они про рост, они про технологичность. Это неплохо, замечательно, но нужно подбирать шрифт, отталкиваясь от того, ну, как бы, что за сайт, для чего мы его используем. Это модненько, вот, использовать такие вот конденс, начертания шрифта. Это все прекрасно и замечательно, и шрифт мне нравится. Но вот сочетание нижнего шрифта и вот этого, я надеюсь, что это... Вообще видно, что это разные шрифты, как бы, да? То есть здесь один шрифт, здесь другой. Этот шрифт более широкий знак имеет, а этот более суженный, да? То есть и поэтому сочетание их вызывает вопросы. То есть этот шрифт более устойчивый, это менее устойчивый, и по тематике нам это меньше подходит шрифт. То есть здесь хочется больше динамики. По крайней мере, больше устойчивости. То есть у нас же про равновесие, мы держим равновесие на гироскутере. Когда вы подбираете какой-то шрифт, графику, цвета, формы, нужно всегда учитывать, для чего мы это делаем, какую эмоцию мы хотим вызвать, какую атмосферу создать. Все имеет значение. Какая-нибудь мелочь может просто загубить целый проект, визуально. Это, конечно, не будет смертельно и критично, но при этом необходимо учитывать все до мелочей. И это возможно, если мы подходим к дизайну осознанно, не просто по инерции, а осознанно. Я поначалу вам выдаю такие, ну, базовые некоторые моменты, да, поэтому у нас первая работа будет разбираться так долго. Хотя уже вот сейчас вот разберем, в принципе, можно двигаться дальше. Второй экран. Мне нравится, что здесь есть такая доминанта. Это хорошо. Красивое изображение, удачно оно подобрано. Здесь, скорее всего, даже вырезать его не пришлось, потому что здесь темный фон. Видно, что была снята фотография на темном фоне. Фотография удачная. Дальше смотрим, что у нас с контентом.
непонятно, какие у нас поля на сайте. То есть вот здесь вот, допустим, я вижу поле вот такое. Ну и, судя по всему, если подняться выше, да, то мы видим, что поле у нас по логотипу, вот оно, выстраивается. Опускаюсь ниже, и что вижу? То есть здесь отступы совершенно другие, хотя напрашивается вот в этом плане, вот здесь вот, напрашивается прям разрядить немного контент, потому что все прилипло. Есть такое правило, правило близости. Гештальт, психология работает. Мы воспринимаем как нечто целостное, разрозненные элементы, если они соответствуют определенным критериям. Например, они одного цвета, приблизительно одного размера, находятся на близком расстоянии друг от друга, ну и так далее. Их много, и можно, в принципе, ознакомиться самостоятельно. Гештальт в дизайне, как это все работает, правила близости. И здесь вот видим, что вот эти заголовки, я назову их заголовки, чтобы отделить от этого текста. Это наборный текст, некое пояснение, а здесь вот заголовки. Да? Они близко друг к другу и ближе, чем к своему собственному тексту. Получается, что вот этот вот текст полностью отвалился. Он еще и ну, такой более прозрачный, да, то есть темнее, чем заголовки. И получается, что он просто как бы потерялся немного. Что необходимо сделать для того, чтобы это избежать? Просто дальше элементы друг от друга расположить. Чуть выше поднять текст с пояснением и чуть дальше друг от друга расположить вот эти элементы. Для этого нужно выстроить поля определенные, да, потому что здесь вот поля пострадали. Здесь получается отступ больше от края, здесь меньше. Когда мы выстраиваем дизайн, дизайн-систему, она строится по сетке. Ни в коем случае не стоит об этом забывать. То есть используйте сетки, если вы в Фигме работаете, там это вообще все очень элементарно. 12-колоночную систему можно построить за два щелчка. Если вы делаете это в Photoshop, это сложнее. Есть специальные ресурсы, которые генерируют сетки. Там можно сгенерировать, либо можно скачать уже готовое. Но если вы планируете заниматься дизайном серьезно, то сразу используйте. И, ну, как бы Photoshop это обязательно для обработки фотографий, для обтравки изображений, для подготовки контента. Это обязательно, то есть для работы с графикой он незаменим. Но вот в плане построения сайтов лучше не использовать, если вы делаете промо-сайты, там еще можно допустимо, но вы умрете. Я Photoshop за это просто ненавижу. Они никак не оптимизируют свои системы. Может быть, это еще зависит от железа. Допустим, я использую Windows. Я не шибко его люблю сильно. Не сказать, что я прям какой-то поклонник Windows или там другой операционной системы, другой известной яблочной компании. Нет, но скажу, что там оптимизировано лучше железо. И, допустим, 8 гигабайтов на моем ноутбуке, Photoshop их просто вешает. Он полностью их забирает, забивает, плюс параллельно работает Chrome, и начинаются висяки и лаги, и это просто очень жутко раздражает. На Mac'ах такого нет. Да? То есть ну, не буду сейчас никого ни к чему призывать, и разжигать споры. Просто ну, проверял сам, знаю. И поэтому Photoshop в плане для использования в веб-дизайне неудобен. Даже с его артбордами, тем более с его артбордами, которые появились в версии года 4 назад, они неудобны. Поэтому лучше бы использовать Figma или Sketch, ну, в зависимости от платформы. Figma, она кроссплатформенная, Sketch только на Mac'ах есть. Там гораздо удобнее и быстрее можно выставить вот такие именно системы, да? Такие макеты строить по сеткам. Потому что здесь никаких прям особых переходов нет, сложных и сложных промо-эффектов тоже нет. Поэтому можно вполне обойтись там какими-то такими приложениями. Они легче, с ними удобнее. Так вот, придерживаемся обязательно сетки. Здесь вот эти иконочки, немножечко хочется их как-то задвинуть назад и привести для начала привести к единому знаменателю в плане толщины линий. Это тоже очень важно. А вот в плане как бы иерархии, то есть нужно выстроить иерархию определенную, да, можно их задвинуть за счет цвета. Смотрите, белый максимально контрастный к черному. Здесь на черном фоне белый цвет. Поэтому он выдвигается вперед, имеет достаточно большой вес, этот элемент. Если мы добавим цвета, ну, допустим, здесь синий использовать можно. Вот здесь, я думаю, пипеткой был взят этот синий, он достаточно блеклый. Если сделать его поярче, следуя тем рекомендациям, которые я дал в начале, можно сделать их синими, тогда они немного уйдут на второй план.
Естественно, их нужно некоторые заменить. Вот, допустим, эта максимально толстая иконка, надо ее поменять. Вот эта максимально тонкая тоже поменять. Остальные более-менее, но хотя вот здесь вот тоже толстая. Вот это вот. Сейчас вот уберу штрихи. Вот эта иконка максимально соответствует вот этой толщине. Вот эта иконка соответствует вот этой. То есть они как бы парами расположились. А это вообще отвалилось по толщине. И видно, что они не из одного сета. Я честно вам скажу, за 3 года использования, ну, за 3 года работы в дизайне я ни разу не рисовал сам иконки. Ну, так сложилось. Потому что часто у людей бюджеты не позволяют, или не надо быстрее. Рисование иконки, там одна штука стоит от 500 рублей и больше. Иконок на проект может быть много. И некоторые даже не хотят изображения с фотостоков выкупать, чего же говорить про иконки. Поэтому в России такой менталитет. И поэтому я использую готовые сеты, например, flaticon.ru, нет, .com. Это не российский сервис, а зарубежный. Там есть платная подписка, можно и бесплатной пользоваться, достаточно много бесплатных иконочек, но с одним ограничением, что типа их нельзя использовать в коммерческих проектах. Ну, тут уже на ваше усмотрение. Но суть в том, что нужно подбирать иконки из сетов максимально похожими и близкими друг к другу. По толщине линии, по стилистике. Вот здесь, допустим, стилистика у всех сходится. У них скругленные уголочки такие, то есть в этом плане нет никаких претензий. А вот в плане толщины линий есть. Поэтому, и кроме толщины линий, есть еще такой момент, размер. Да? Здесь вот есть, допустим, размер большой, вот этих 3 икон, 4, а вот этот размер маленький, надо чуть увеличивать. Помимо этого есть сложность иконки. Понятие как сложность, да? Есть даже такое правило, что если мы возьмем какую-нибудь иконку, например, ну вот у меня тут квадратная иконочка, внутри нее нарисован домик кривой. Пусть это будет домик. Да, вот это домик. Хи-хи. И если провести линию по диагонали, она пересечет эту иконку несколько раз. 1, 2, 3, 4, как минимум. Ну, нужно немножко сместить для того, чтобы еще задеть вот эти вот линии. То есть, вот так вот сделаем. 1, 2, 3, 4, 5. Так вот, все эти иконки при пересечении должны иметь 5, 6, ну максимум 7, разброс плюс-минус 2 пересечения. Тогда в этом случае иконки выглядят консистентно, то есть однородно. Если это правило не соблюдается, то, допустим, некоторые иконки могут быть очень простыми, другие очень сложными. И вот здесь вот пересекаем мы 1, 2, 3 раза, а здесь всего лишь 2. И это уже считается простая иконка. Здесь тоже 2, здесь 3 примерно. Здесь 1, 2, 3, 4. То есть 3-4 нормально, а вот 2 уже мало, и видно, что иконки отличаются. То есть можно вот так еще сделать. По поводу центральной выключки. В принципе, здесь можно использовать, потому что расческа не такая большая. Можно в фактоидах использовать выключку по центру. Вполне. То есть здесь я не фанат там выключки только по левому краю. Все зависит от задачи. На этом с макетом все. Ну, то есть хорошее начало, нужно просто больше знаний, больше практики для того, чтобы делать прям хорошие, крутые макеты. Можно слепо это делать. Идем на Dribbble, на Behance и смотрим, что там делают. Подражаем, копируем и там интуитивно до чего-то доходим. Читаем статьи, книги, проходим курсы платные, бесплатные, там, на ваше усмотрение. Но суть в том, что надо, самое главное, делать это осознанно, а не интуитивно.